Площадкой для проведения мероприятия по традиции стала территория скалодрома. Целых два дня, 4 и 5 августа, 5-й открытый фестиваль честной живой музыки радовал любителей рока. Вернуть мероприятие городу удалось благодаря полученному гранту из фонда Ассоциации территории расположения атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». 12, по-моему, июня, мы начали серьезную подготовку. Времени, конечно, было мало, но мы были стремительны и напористы, нормально. Мы организовывали полностью проект, мы выбирали хедлайнеров долго, сложно, с проблемами, с визами. Мы выбрали хедлайнеров, выбрали самые лучшие и, в общем-то, голосовали там, ну, зачастую голосовали за лучших рок-групп. Они были выбраны сегодня, завтра буквально вот представлены общему зрителю. Очень было много заявок на волонтерство. Очень много кто хотел просто так, без денег, от души, от чистой помочь. И организаторам они сегодня здесь, ребят, помогают, молодцы. Проект рок-фестиваля был поддержан и градообразующим предприятием Десногорско-Смоленской АЭС и, конечно же, муниципалитетом. Данный фестиваль на нашей территории, он прижился. Но это получается уже по большому счету традиция. Для молодежи, да, я думаю, что не только для молодежи, а, наверное, для всех поколений. Рок, я думаю, что это интересная вещь. Может быть, она на любителя, но тем не менее, мы сегодня сами увидели очень много молодых наших десногорцев. И я думаю, что они получили приятные эмоции, приятные впечатления, и это останется надолго у них в памяти. Помощь в организации мероприятия комитету по культуре оказал производственно-логистический центр «Доктор Мебель». Почему предприятие откликнулось на просьбу, нам ответил, несмотря на резко испортившуюся погоду, сам технический директор компании Михаил Косилович. Мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в жизни города, чтобы люди знали, что в компании «Доктор Мебель» работают неравнодушные люди, люди заинтересованные, которые живут в этом городе. Фестиваль молодежный, но приходят на него все. Вот, поэтому такое интересное мероприятие, массовое, много людей разных возрастных категорий. И вообще мы и дальше будем участвовать в любых мероприятиях подобного рода. Чтобы послушать своих кумиров и посмотреть на рок-шоу, у сцены собрались любители живой музыки не только из Десногорска, но и из ближайших областей и даже зарубежья. Это мероприятие давно является международным, так как на него приезжают выступать коллективы из Беларуси. А в этом году вместе с известными хедлайнерами Лори Лори, Арбитратор и Радиоточкой впервые публику зажгла и рок-группа из Венгрии Дунай Рок Акустик. For me it was very interested. It's a music, it's an international language because my rock band no say your language, your rock band no say my language, but was no problem and Roman play with my rock band. Это очень действительно превосходно, потому что музыка является одним из самых лучших международным языком. Когда люди не знают языка, это вообще музыка решает все проблемы и преодолевает все преграды. Ну и как не отметить десногорский коллектив «Постскриптум», который представляет наш город на подобных международных фестивалях за рубежом. Группа имела большой успех в венгерском городе Гирьен на фестивале «Дунай Рок». На D2O ребята исполнили свои лучшие песни и просто сорвали море оваций. Целых два дня фестиваль звучал на побережье до глубокой ночи, благодаря 22 замечательным рок-коллективам.